Нам его искусно нарастили. Важно быть нормальным человеком. Быть нормальным, а не просто стильным. Помнишь, ты наращивала ногти? Это было жутко неудобно. Не писала ручкой в блокноте. И почти не появлялась дома. Ногти были длинными, как спицы. Как кинжалы, с капельками яда. А с такими по ночам не спится. А такими по спине приятно. Это было просто запредельно. Ты встречалась с парнем на Феррари. Ночевала у него в постели. И кормил тебя все тот же парень. Пусть домой почти не заходила. Вовремя вносила предоплату. И твоя холодная квартира не жильем была, а больше складом. Помнишь, ты пришла однажды ночью, где-то разгуляв роскошный вечер, а в квартире ожидала очень неожиданная встреча. На журнале «Лучшая в Монако» мышка с аппетитом грызла корку. И тогда ты поняла, однако, что давно не делала уборку. Мышь сказала: выглядишь неплохо, только маникюр как. Завтра у тебя тусовка в Сохо, только мы погрызли лабутаны. И ушла под шкаф походкой гордой. Там был целый выводок мышины. За такое бьют по наглой морде, но тебя внизу ждала машина. Ногти, кстати, быстро обломались. Не случилась главная помолвка. Ты рассталась с парнем на Феррари. Без понтовку и ломашеровку. Спасибо.